Книга «Открытым оком», тема «Ереси секты», вопрос 605. У католиков есть учение о преизбыточных заслугах святых, а у нас такого учения нет. Расскажите, пожалуйста, что это за учение? Отвечает Игнат Тихонович Лапкин. Это учение не христианское, а чисто католическое, выдуманное от лукавого. Но это учение является основанием для великой прибыли, продажи индульгенции, прощение грехов оптом, в розницу и даже заранее. Но это учение принесло и большой ущерб папству. Это было вызовом всей Библии, всему христианству, послужило образованию протестантизма. А это сотни миллионов врагов этого тьмообразного заблуждения. Библия нигде не учит, что наши праведные дела могут превысить якобы необходимую меру. Дух Святой учит совершенно наоборот. Исайя 64 глава 6 стих. «Все мы сделались, как нечистый, и вся праведность наша, как запачканная одежда, и все мы поблекли, как лист, и беззаконие наше, как ветер, уносят нас». Это речь идет о праведности, как поясняют святые отцы, что наши добрые дела подобны подвязке нечистой женщины. Лука 17 глава 10 стих. «Так и вы, когда исполните все повеленное вам, говорите, мы, рабы, ничего не стоящие, потому что сделали, что должны были сделать». 2 Коринфянам 5 глава 10 стих. «Ибо всем нам должно явиться предсудилище Христово, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое». Явно, что совершенно неверующие кардиналы и папы выдумали это поистине антихристианское, антиевангельское учение. Я благодарю Бога все время за то, что я не католик.